май гёд, какие красивые ниточки. Если ты не хочешь, чтобы меня съели, скорее вытаскивай меня отсюда. Кузьма, ты жив? Да. Небольшое сотрясение. Ну, сейчас схожу к нашей медсестре, и все пройдет. Задолбало эти студенты засирать мои. Тьфу ты, ёршик для унитаза я забыл. Это ж надо было в чернила так мазать. Кажется, это кабинет нашего директора. Ой. Ха? Директор гей? Кто это сделал? А? Здравствуйте, вы что-то хотели? Я ищу студента, который засрал мои двери. Этот гамадрил оставил вот это. Значит, вы хотите сказать, что это я засрала ваши двери? Ну, я... До свидания. Нашему директору пора на пенсию. Это я засрал двери своего директора. Зачем? Я случайно. Я думаю, тебе надо пойти и извиниться. Извините, пожалуйста, это я испачкал ваши двери, но надписи никакой я там не писал. Держите, это вам. Ты чё, мне взятку даёшь? Ну ладно, так уж и быть, прощаю. Надо бы раковину поменять, а то я совсем что-то растолстел. Бог говорящий унитаз меня раскормил. Какое прекрасное утро. Помогите, меня стерилизовали! Что это за хрень? Ты что делаешь, Адот? Вас что, не учили оказывать первую помощь? О май гад, говорящее говно! Стой, или я скажу твоим директорам, чтобы они тебя отчислили. Ну ладно, окей, помогу. А, у меня задница чешется, помогите! Тьфу! Скорее почеши мне задницу! Что ты меня в какие-то сули посадил? Да это обычная дождевая вода. Почему она соленая? Неси нормальную воду. И поскорее, пока я тут не задохнулась. Я бегу. Я хочу спать, укрой меня чем-нибудь. Да из какой школы этот только раздолбай? Я хочу срать, неси горшок скорей. Окей. Здорово, лунатик, здорово. Ух ты, чем занимаешься? Говорящее говно спасаю. Это ж говорящий чернозем из речки. Лунатик, бери ведро и тащи ее в воду. Да, я обосралась. Как ты думаешь, что ты получил по контрольной? Да хер его знает, мне все равно. Это что, парашютик, смотри. Ты чё, мы же завтра пиздюлей получим, заставят нас убирать. Да не волнуйся, они в цветы превратятся. Ой, блин, уже ж поздно, у меня сейчас общага должна закрыться. Я ж на улицу буду ночевать, если не приду вовремя. Ну ок, давай пока. Лунатик, какой-то упырь засрал нашу территорию. Вот этим говном. Ну вот это американка. Здравствуйте, старик Хаттабыч. Разве у нас сегодня не будет уроков? Придется отменить пару, потому что проводить ее негде. Но можно попросить твою бабку, чтобы она сделала мазь для задницы. Отлично! Только один вопрос, как нам их отрезать? Здорово, Биба и Боба! Хотите халявные жрачки получить? Ну давай-давай, но если у нас будет понос, сам за нами будешь убирать. Тьфу, что это за просрочка? Ах ты паразит, ты нас обманул? Неси нам клизму! Простите, если что не так, и спасибо вам за помощь. Пошли, Боба, нам тут делать больше нечего. Мы лучшие прогульщики среди всех учеников. И наши песни сас. Во всем этом лесу. Да сколько можно летать, летите на пары. А мы на перемене. Ой, а что там такое? Одно и твое дело. У нашего директора появились тайны. Летите отсюда, пока я вас не сожрал. Боба, ты что так медленно? Давай быстрее. Что ты на меня развалился? Да это ты под ноги не смотришь. Да я на какую-то хрень упал. Девочки, вот она коробка конфет. Конфеты? Супер, сожрем и никому не дадим. Ага. Ну даже моя коробочка. Здравствуйте, господин директор, вы что-то потеряли? Да, я потерял. Пол жизни я потерял. Я потерял коробочку, в ней вся моя жизнь. Ну я могу вам помочь? Ну давай, а я тебе пятерки за все четверти поставлю. Только не вздумай ее открывать, а то отчислю, окей. Как же ее открыть, а? Да давай зубами ее рви. Еще чего, а куда мы будем срать ходить? Да? Как куда? В кусты. А, должна быть эта хрень нашего директора. Ну поставил коробку на место. Вообще-то ее первые нашли. Это вообще-то нашего директора. А ну остановись, нет, быстро. Боба! Вы мне точно поставите пятерки за четверть? Да. Здорово, мадмуазель, как тебя зовут? Милкой меня можешь звать. Давай дружить. Да ты какой-то стрёмный для общения. Я дружу с пчеленком. А, ну тогда я не против. Ходи аккуратно. Я тут пироги пеку вообще-то. Какие пироги, я ничего не вижу. Ты слепой, что ли? Раскрой глаза. Ты сломал мое домашнее задание. Вали, я с тобой больше не хочу общаться. Милка, гоу мячик со мной играть. Прости, пожалуйста. Да ты задолбал, дай ты мне спокойно домашнее задание сделать. Здравствуйте, старик Хаттабыч. А что у вас там? Так туалет чистил. Вот дайте мне вашего говна, из него фигурки можно лепить. Ну забирай, раз он тебе так надо. Милка, давай фигурки из говна лепить. А, да что это такое, совсем страх потерял. Забирай свое говно и валяй отсюда с моей полянки. Биба и Боба, а у меня кое-что есть. Так это что? Помет коров, нахрена он тебе? А я вам говорил, что он вам ни к чему.